Говорит Москва. Российский интернет-журнал «Рабкор» пишет о Приднестровье. Внешняя политика Приднестровья в период президентства Евгения Шевчука демонстрирует уровень политической зрелости руководства страны, взвешенность и последовательность. Она опирается с одной стороны на волю народа, с другой – на необходимость достижения практических результатов в деле повышения самодостаточности и состоятельности Приднестровья как де-факто суверенного государства. Наряду с этим приднестровская внешняя политика последних лет демонстрирует преемственность, идеологическую приверженность основным составляющим приднестровской идеи наряду с качественным переосмыслением методов достижения поставленных целей. В данном контексте Приднестровье является весьма показательным примером эффективного использования де-юре непризнанным государством политико-дипломатического инструментария в условиях недружественного внешнего окружения и отсутствия благоприятных условий для быстрого достижения международного признания, отмечает российский интернет-журнал «Рабкор».